30-летний Стас Решетников вызвал скорую и полицию, когда понял, что не может привести приятельницу в чувство. Но прибывшие медики лишь констатировали смерть девушки. Позже правоохранительные органы выяснили, что молодые люди сильно поругались, и в качестве наказания Стас выгнал Валю на балкон без теплой одежды. Стримера уже успели допросить в полиции. Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики, заявили в правоохранительных органах. По итогам первой экспертизы выяснилось, что Валентина принимала мефедрон, амфетамин и каннабис незадолго до смерти. Сердце девушки могло остановиться из-за токсического отравления. Следствие рассматривает три версии смерти: передозировка наркотических веществ, тупая травма живота, приведшая к повреждению внутренних органов, и смерть от переохлаждения, рассказали эксперты журналистам. Изначально сообщалось, что подруга Стаса была беременна и планировала делать аборт. Но, как сообщили знакомые девушки, это оказалось ложной информацией.